Три недостроя продолжают реконструировать в поселке Сокол. Кровельные работы, фасад уже сделали. Сейчас ведется внутренняя отделка, а также проводят тепловые и канализационные сети. В новострое по улице Гагарина планируют сделать 30 квартир, 1-2- и 3-комнатные. Также у них будут балконы. Началась реконструкция домов в начале года. Жилые дома в поселке Сокол, которые были в свое время недостроены, хотя строймонтаж был выполнен практически на 100%. Оставалось только сделать отделку и подвести коммуникации. Вот этот пятиэтажный жилой дом со встроенным цокольным помещением. Это строил завод «Стройдеталь» в свое время. Довольно длительное время стояли дома недостроенные. Но вот сейчас это в муниципальной собственности дом был передан в собственность области, и началось строительство в январе месяце этого года. План дома очень хороший, это 30-квартирный жилой дом, 123-й серии, ленинградская планировка. Дом, утверждают эксперты, будет очень теплый. Перед началом стройки будущую основу здания осмотрели специалисты. Все в технически нормальном состоянии. Всего в поселке около 36 жилых многоквартирных домов. Основная проблема у жилфонда, рассказывают эксперты, ремонт кровель. В основном ремонт кровель, потому что новая управляющая компания сейчас работает новыми материалами. Они вот неплохо делают. В этом году, по словам директора, они должны выполнить порядка 6000 квадратных метров. Это очень много, потому что обычно выполнялось где-то 2-2500 квадратов. Кровлю реконструируют по адресам Гагарина 5 и Гагарина 11. Самые старые дома в Соколе по улице Гагарина. Год стройки 1963-64 годы. Фонд капитального ремонта выполняет электротехнические работы. На следующий год планируется ремонт фасадов и инженерных сетей.